Это утро в Гродно ждут каждые 2 года. Вот уже 20 лет вся карта мира уменьшается до масштаба нескольких улиц. Нигерийцы и испанцы, ланкийцы и кубинцы, грузины и афганцы. Все друзья, братья и, главное, вне зависимости от цвета кожи и родного языка. Они белорусы. Вместе с первыми шагами шествия город в буквальном смысле накрывает волной праздника. Десятки общин. Каждая представляет лучшее, что есть в ее национальности. Это хороший праздник. Мы рады, что мы здесь. Фестиваль, ты прекрасен! И пусть музыка звучит здесь на разный лад, все в один голос утверждают, что за время жизни в нашей стране научились у белорусов главному – дружелюбию и гостеприимству. Единая дружная семья. Мы все здесь, это все национально дружно живем и это все работаем, и веселимся, радуемся. Вместе. Парад национальностей растянулся на несколько километров, а зрители не могли оторвать взгляда. Провожая одну делегацию, уже приветствовали следующую. Чтобы понять, что сейчас происходит в городе, достаточно представить, что весь масштаб и красочное шествие переместились на национальные подворья. Теперь с утра и до позднего вечера, 2 дня, здесь все ходят друг к другу в гости. Побывать во всех дворах вряд ли получится, можно просто не успеть, но вот попробовать самое необычное, спеть самое мелодичное и станцевать то, что никогда не танцевали, возможность есть у каждого. К слову, больше 20 подворий здесь действительно расположились во дворах жилых домов. Все они находятся вдоль так называемого Гродненского Арбата. Сегодня, сделав несколько шагов из города мастеров, можно то и дело перемещаться не только в разные страны, но и далекие континенты. Мы в очередной раз убеждаемся в том, что в нашей стране нет разницы между нациями и национальностями. Наша страна – многонациональное государство, в котором живет 140 национальностей и народностей. И все разные, но все в равных правах. Наша страна делает все возможное для того, чтобы равные возможности были для развития каждого гражданина нашей страны, независимо от его вероисповедания и национальности. Кульминацией праздника на главной площади Гродно станет большой концерт. Его организатором в этом году стал телеканал ОНТ. Сразу после того, как со сцены прозвучит многоголосие всех национальностей, и зрители увидят световое шоу и праздничный фейерверк. Все это наш телеканал покажет завтра в вечернем эфире. Анна Волковец, Александр Втухов, наши новости ОНТ.